Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова и я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Для тех, кто не знает, на моем YouTube-канале Ника Шоу будет проводиться мега раздача робуксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube-канал, зови своих друзей, пусть тоже подпишутся, чтобы раздача робуксов настала как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робуксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от АИМ, который вы видите сейчас на экране. И сегодня я для вас подготовила видео, как получить вот такую вот прикольненькую прическу с дредами совершенно бесплатно, буквально за 5 минут. Для начала нам надо найти вот такой плейс под названием Multiverse by Ulta Beauty. Ссылочку на него я оставлю в описании, также можете его найти по названию, думаю, проблем с этим не возникнет. Ну что, просто находим этот плейс и заходим в него, а дальше я вам покажу что да как. Ну что, ребяточки, мы зашли, и, казалось бы, мы появляемся в такой маленькой локации, так и есть, в принципе, очень маленькое такое местечко. Смотрите, что нам надо сделать. Нам надо дождаться мини-игры. Сейчас игра у нас идет в прогрессе, вот видите, там что-то происходит, что-то все бегают, прыгают. Нам надо дождаться начала этой игры, это возникнет здесь, ну, 6 минут максимум надо подождать, там, если не ошибаюсь. Не знаю, сколько раунд точно длится. Вас пригласят туда, либо можете сами зайти после того, как это разблокируется, потому что сейчас это невозможно сделать. Видите, тут барьерчик такой. Вам надо будет собрать определенное количество людей, по-моему, должно быть 3 штуки минимум, либо же вас просто не закинет. Но вот ко мне подключаются подписчики, так что проблем с этим не будет. Посмотрите, как Алекс мне подкинул, что я же здесь стою теперь. Ну, нормально, ладно. Я не против, это был запуск на Луну. В общем, смотрите, что нам надо сделать. Просто пока что подождем раунд, а дальше я вам расскажу, что да как. Ну что, ребяточки, весь раунд начинается. У нас идет 40 минут на... О, 40 минут. 40 секунд на подбор игрока. Поэтому нам надо просто подождать, пока кто-то зайдет. Ну, так как тут я с подписчиками, вообще проблем с этим не будут. Также хочу сказать, если вы играете сами и попробуете сами это выполнить без друзей, возможно, вас будет подключать к каким-то пинганутым челикам, которые играют с телефона и двигаются по одному мегапикселю, точнее миллипикселю в час. Поэтому проблем вообще не будет тогда с показом мод. Да, это показ мод. Смотрите, у нас проходит 10 секунд. Сейчас пройдет 10 секунд, правда тут по 2 секунды отчитывается, не знаю, может быть реально плохой интернет какой-то сервера имеется в виду. Вот, ждем, посмотрите, нас закидывает, отлично, и мы должны идти, типа, перевоплощаться, одеваться. Эта одежда можно купить в реале, видите, вот, допустим, за 75 робоксов, а также можно просто нажать try on и примерить. Это подразумевает себе игру, что-то по типу Fashion Famous, да, именно... Именно оно, главное, случайно не купить. Ой, ужас, что это такое? Главное, случайно не купить, знаете, случайно не купить какую-то вещь. Потому что, ну, я думаю, тут еще есть нормальные вещи, но большинство какие-то просто странные. Ну, лично я бы такой не одела, но скины, конечно, с ними 100% можно сделать. Это я тут даже не спрашиваю, там, точнее, не говорю. А можно вот тут вот просто встать и делать себе костюмчик какой-то. Но вообще, если вам лень, вы можете даже этого не делать. Эту одну минутку вы можете пойти, заварить там чайчик себе, включить мое видео какое-то, посмотреть, поотдыхать, знаете. То есть это реально не важно, просто ждем, пока пройдет время. Посмотрите, ребятки, тут Меди стоит на стенде и говорит, подпишитесь на Нику, обязаны. Ну вот, она дело говорит, так что молодец, Меди, молодец, поддерживаю. Ну, в общем, у нас тут осталось 20 секунд. Это Fashion Famous, если бы его делали очень ленивые разработчики. Наверное, это... Ну, ленивая игра все-таки. Тут не скажешь. Ну, нормально. Конечно, если прям совсем скучно, можно поиграть. Я помню, что раньше любила играть в игру. Наконец-то я вспомнила ее название. Design It. Design It — это очень прикольная игра была по типу Fashion Famous. В году 2019 я там с друзьяшками, ух, как играла, это было очень круто. Посмотрите, я на подиуме, мы можем потанцевать, взять рок-гитару.
что-то там на им невидимых ладах поиграть, не знаю, потанцевать, смотрите, подписывайтесь и в припрыжку уйти. Кстати, почему-то практически на всех играх, где есть концерты, выступления, есть танец дельфина. Это один из самых популярных, который есть практически на всех концертах. Почему это так странно? Ну, имбовая ника бесконечная из 10 пон. Давайте меди прям поставим. Ну, конечно, потому что она говорила подписаться на меня, поэтому поставим хорошую оценочку. Ну, хороший скинчик, неплохой, мне нравится. Дальше у нас Никитос Бро идет. Почему бы тоже не... Платье такое, большое платье, волосы, я так меня не успела особо. Ну, тоже такое, такое поставим. Не, давайте звездочки в глазах, потому что когда я увидела, у меня такие же звездочки были в глазах. Озвучиваем эмодзи, блин. Мы ждем, когда это пройдет. Так, дальше у нас Алекс Эдит идет. Это просто стенд, блин. Концерт от моих подписчиков. Вот это у тебя, конечно, ножки. Неплохие. На кролика похож. Подпишитесь на канал, Ника Шоу, вы обязаны. Ну, то же самое сделал. Давайте сделал. Не успела поставить оценку. Оно улетело, блин. Пока о ножках ему говорили. В общем, voting time заканчивается. И я на втором месте. И посмотрите, мне выдали бейджик, который обозначает, что мы получили бесплатную вещь. Заходим скорее в наш инвентарь и смотрим на нее. Смотрим. И да, правда, посмотрите, у нас появились вот такие прикольненькие ульта-бьюти дредлокс. Давайте же рассмотрим их поподробнее. Вот такие прикольненькие, интересные дредики, они на самом деле достаточно большие, но при этом тоже проработанные. Мне кажется, знаете, пойдет под скин каких-то Блокси, да, наверное, Блокси, очень сильно подойдет. Прикольная прическа, бесплатно, на халяву, почему бы не получить. Макароны на голову каждый себя хочет, я думаю. Ну ладно, это тут уже было лишнее, конечно, но прикольная прическа, почему бы не получить, тем более так легко. На самом деле, ребятки, вы можете просто зайти в эту мини-игру, пофакашить все эти минуты, по там 3 минуты, 4, не знаю сколько, 5 минут максимум, и все, и получить эти бесплатные волосы. Почему бы и нет? Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось, но на этом оно, к сожалению, подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Ну а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Маузер, и это Ника Шоу. До новых встреч!